очередной такой квартальчик местный. Здесь вот ресторанчики такие разные. Очень красиво здесь. Еще взяли этот китайский велик. Он там был бесплатен, но хочу вам сказать, приключение еще то. Старый свистит, пердит, что он только не делает. В общем, жутень велосипед. Идем, ищем, где можно перекусить. И оставить это барахло ржавое. Вон едет велосипедист. Да. Пошли вот сюда зайдем. Куда ты? Хотя предлагаю эти лесопеды где-то здесь кинуть. Вон, как там. Дай пойти себе тусить. Кто? Домик зайти. Ага. Тоже надо сюда идти. Так. Разрешено. Так, вот здесь какой-то старинный такой домик. С таким вот садом маленьким. Вот, сад такой. Можете видеть. А что там у них? Такой дворик японский. А вот можно зайти, походить по домику. О! Так, тут чулан. О! Вот здесь вход на второй этаж. Такие ступеньки. В ступеньках шухлядки такие вот. И вот веранда. Здесь чай пили. Так вот подвешивали его, чайничек. И вот так вот вверху такие перекрытия. Вот такие домики были раньше. Да еще были, вот сейчас тоже есть. И вот главная достопримечательность, это, конечно, внутренний садик. Сад вот такой в Японии у них должен быть. Ха, я уверен. Тут что-то спорить нечего. Вот, собственно говоря, вот такие домики. Да вот я не знаю, что это, колодец может. Так, тут говорят, что спать нельзя. Вот мы сейчас вот в этом районе. Собственно говоря, вот. Тут и самураи, и гейши. Кто здесь только не жил? Кто не жил? Вот, вот эти дома такие. Старинные. Вот фестиваль проходит. Но не сегодня. Вот идем. Вот все кимоно входят. А кому они нужны? Так, ну идем вот так. Идем на запах еды. Ой, так, что здесь? Конечно. Что здесь? Это мороженое или здесь можно перекусить? Кофе, чай. А ну-ка. Ну вот какие-то салатики. Ну пахнет же вкусно. Обычно, если в Японии вкусно пахнет, то там воды нет.
Откуда ты знаешь? Так. Ну, идем, сворачиваем в эту прекрасную чудную улочку. Ты куда? Бегает. Быстро убежали. Спрятаться. Самурай, идущий. Ого, молодец. Так. О, вот такой вот. Чувствую, это кальмарчик пахнет. Вот запах такой, я его издалека слышу. Вот он. Хотя это, может, что это? Это мороженое или кальмар? Так, это золотое мороженое. Тут все с этим мороженым. Так, не, ну здесь людей много. Что здесь? Можно вот так взять и почувствовать себя богатым человеком. В руках вот такой вот. Прям вот пригоршня золота. Так, о, а это что? Это какие-то типа брелки с кусочками золота. Ну, тут всякие украшения из камушков. В общем, куча сувениров, шарики, тарелочки. Так. Что здесь еще интересно? Что это за шарики? Шарики тоже с золотом. Что это такое? Хочешь пожевать? А вот это, наверное, чай. Ты понял? Тебя, я буду блестеть. Наверное. Ага, это значит бумага, типа, ну, для увлажнения кожи. Все, я поняла, сейчас увлажню. Thank you. Давайте я потру. Ты видишь, смотри. Я не той стороной увлажнила. Да, то, сейчас мы тебя... Сделана, вот эта бумага сделана из листков чая, японского чая. У меня золото есть? Ну, не знаю, так блестишь, конечно. Да, вообще по жизни блестишь. О, маски. Золотая маска. Тебе не надо золотую маску? Надо, конечно. Возьми себе, нас будешь дома там блистать. Скупают. Ну, конечно. Идем, нам так не жить. Да. Наши заработки не такие, как у японцев, поэтому... Поэтому я ищу, где пахнет этот кальмар. Где он? Так, иду на запах. Это что? Это опять мороженое. Так, а здесь вот все ряженые такие, класс. Все в мороженом. Ух ты, ух ты, ух ты, что это? О, пирожки такие с клубникой. Надо попробовать. Так, а здесь? Что у них еще есть? Так, ну тут тоже что-то из... Ой, меню, ну скажем так, не очень. Я такое не сильно люблю. А Лена тем более с ума сойдет. Так, а что вот здесь? Тоже какой-то домик. А вот там он, смотри. Там, может, что-то вкусное есть? Наконец, во, так. А ну, что здесь? Что дают-то? Вот, можно омлет. Но, скажем так, вот там было повкуснее видео.
не окуснуть хочу. Есть хочу. Где еда? Где здесь еда, я спрашиваю? Не, ну это тоже не то. Так. Что здесь? Так, здесь сувенирная лавка. Еще одна. Клубника, какие-то пирожки. В общем, не. Идем дальше. Туда, в ту сторону. Тогда выход уже, на ту сторону. Выход туда, идем. Давай обратно будем возвращаться. Пошли. Потому что нам туда идти, обратно в другую сторону. Что ж тут непонятно? Люди все туда идут. А еда там, между прочим. Ты видно, еда там. Да, там есть пончики с клубникой. Я как раз за ними иду сейчас. А что вот там? Вон, смотри, какая-то харчевня. Ты была там вообще? Так. Что это? Икую. Что здесь? Сэндвич. Не хочу я сэндвич. Так, ладно, иду за пончиками. Ёлки-палки. Куда идти? Что здесь? Тут еда или что? Что тут? Что? Ну давай. Только меню на японском, я здесь потеряюсь. Картинки-то нет. Так, я пошел за пончиком. О! С картинками здесь есть там ресторан? То без картинки, честно говоря, туго переводить это все. Надо птичек привлекать, наверное. Так. А здесь разное. Такие штуки. Так, я пошел за пончиками с клубникой. А то сейчас с ума сойду. Меня не покормили, когда я предлагал. Пончик хочу с клубникой. Я голодный, есть хочу вообще-то. Я тебя сейчас съем. А куда мы идем? Так. Что-то не везет прям с едой. Только я что-то хочу, меня уводят. Так, вот такие вот улочки здесь. О, лопата какая длинная. Длиннющая прямо. Я не знаю зачем. Так. А что здесь? Есть какая-то лавка. Угу. Тут платочки разные. Сумочки. Можно вот такую вот купить с пандами. Сумочку. Да я зашел глянуть, что здесь. Я не знаю, какие-то сумочки маленькие. Для корней имбиря, наверное. Где тут рестораны? Когда я говорил, надо было там есть. А тут жратвы вообще нету. Так, я сюда сворачиваю. Еды тут что-то вот вообще нет. Вот там было возле парка полно еды. Как результат, ходим голодный. Я, например, хожу голодный. Так, ой. Ага, ну-ка, что здесь есть меню какое-то, что предлагает-то, не густо, бобы с чем-то, с зеленью какой-то, а здесь еще, здесь у них чай, в общем,
Еды нету, пойду я. Так, ты как хочешь, я пошел за теми пончиками, которые заприметил. Какими пончиками? Опять пончики есть. Так, когда я тебе предлагал там есть, надо было там есть. Вот твое, например, видел, свое не очень. Так, что здесь? Рис, вода, чай. Так, Лена что-то обнаружила, надеюсь, там что-то вкусно. То я ее съем. Здесь еда, надеюсь? Я тебя сейчас съем вместо кекса. Ну, и что? Его пробовать можно? Кекс золотой. В нормальном месте. Поперлись. Пончик стоит 13 баксов, а с апельсином 18. Охренеть можно. Ну что надо было есть там. Худее будешь стройняшка. Ну что тут жрать нечего. Будешь няшка. Вот в этом райончике, это так, на заметку. Будешь няшка. Так. Тоже что-то. Да. Это ж пончик. Это вообще с ума сойти. Пойду серебра поищу себе. Золотую тоже? Хорошо, хоть я кальмара купил, а то вообще тут ноги протянул бы. Так, вот это что такое? Вижу рыбка. Может, это ресторанчик? Я сейчас и такую кокулю готов съесть. А ну быстренько мне давай, достань. О, хрень редкая. Так. Чуля, вот это взять, пожевать. А это ж... Что это такое? О, корюшка. У меня чай есть. Грибочки. Так, отстань. Ну, креветки вот эти маленькие. Я уже сошел с ума, есть хочу. Так. Опять меня отогнали от всех вкусностей. Каких вкусностей? Японских. И сколько он? Всю вкусняху прохожу. О, тут вино. Вино, значит. Хочешь напиться? Ха, пойду напьюсь. С голодухи-то. Так, о. О, что это? Я не знаю. Ну вот что-то черненькое есть. Можешь взять попробовать? Что это, как ты думаешь? Саш, не надо. Тут какие-то... Я не понимаю, что там в ней такого. Саке. И замок на коробке. Думаешь, саке? Как ты любишь. Но саке нет, а вот винца бы кого-то взял бы. Ты видишь, что это? О, это ж рыба. Фугу, наверное, может. Ее плавники. Ну, попробовать бы давали. А где?
Так это покуда надо это... Конечно, купите губку. Идем. Ладно. Я хочу... А, вот здесь. А, вон можно? Где? О. Так. Тестинг. Вот с 1500. Так, это органик. Ну это все. Идем, ты вообще проголодаешься, бедняга. О, вот это стресс. Соком. Сока, не хочешь 3 штуки бахнуть? Нет. Так, ну соке, конечно. Вчера нам сэр сколько обошелся? Дешевле чуть был? Откуда? Мы оттуда не шли. Идем. Тоже магазин какой-то. Да, всякие. Тоже куча магазинчиков. Золото, шмолото. Чё, что такая нескладуха в этом районе с едой? Так, ну, надеюсь, вон там впереди что-то, какой-то магазинчик, все туда идут. Продолжаем дальше ходить по району. Заходим в этот магазинчик. Так, я бы так подумал, возьму уже этот хлеб. Была, не была. Что это? Это... Угу, так, а крендель вот этот круглый, что такое? Это хлеб. Блин, нет, хлеб. Засушенный. Угу. Так, супа нету, ничего нету. Выходим отсюда. Да, чуть не складывается с едой прям. Даже не знаю, что делать. А что здесь? О, ну-ка. Так, что у нас? Суп, суп. Вот сколько он стоит-то? Мама дорогая. Что, зайти суп попасть? Я с креветкой хотела тут. С овощами. Потерпишь, это ты. Я до 10 часов вечера. Поехали, да. Да, душа. В парк в ночью идем. Потерпишь. Я посмотрю на тебя. Никуда с тобой не пойду. Пойдешь, полетишь. Так. Бухлишка. Вот тут столько бухлишка. Надо взять, бухнуть и пойти, чтобы веселее шлось. Так, я хочу вот это взять попробовать. Смотри. Саша, остановись. Что, пожуем по дорожке? Пошли. Не? Успокойся, пошли. Давай, давай. А вот это что такое? Блин, тут столько интересного. Мне говорят, выходи. Тут явно какое-то саке хорошее продают. А что? Хочешь попробовать? Давай. Очень хорошо, можешь попробовать. Хорошо тебе будет. А потом смотри, вот подарочный наборчик какой есть. Саш, идем. Так, продолжаем наши голодные приключения дальше.
Ой, что это? Может быть, ё, ёлки-палки, это горшки. Я думал, уже еда, удача мне улыбнулась, но нет, это горшки с котами. Ой, хорошо, присяду, присяду, посижу, подумаю. Посмотри. На что смотреть? Вот на это. На что? Не делай. Давай. Куда давай? Куда давай? Давай, давай успокойся. Так обеда-то не было. И все время мне рассказываешь, что есть и не хочешь. Обеда не было. А что вот там наверху за домики? Какой-то храм, надо сходить, посмотреть. Где? О, спаситель мой. А где жарит, в храме или вот здесь? А что там, вон, там что-то гляну. Подожди, сейчас я к нему тоже вернусь. Я сейчас туда тоже вернусь. Так. Ага, это молитвенник. Вот такой дракончище. Надо рук одну помыть. А потом рук вторую помыть. Так, вот как. Так. Ну так, а только руки надо мыть. Здесь руки надо мыть. О, смотри, кто там. В кустах. Так, пойду я к дяде на разведку. Шамочи больше нет. Так. Ой. Ой-ой-ой, что тут вкусненькое-то. Так, вот это да. Так, эту дрянь я уже ел. Ну, возьму. Беру. Что делать? Майонезом заправили. Ух ты, ух ты, мать. Так, ладно. Беру, делать нечего. Yes. Ай. Ай. Беру, тут другого больше ничего нет. Аригато. Ура, я спасен, взял еду, вот это да. Вот это я понимаю, взял. Фу, аж полегчало. Хоть что-то купил поесть. Без разницы, что. Так, я пошел, сяду там и перекушу. Ну а где мне еще садиться? Заходим в святое место. Особо провинившихся не пускают. Так. Здесь вот такой вот бонсайчик растет. И вот, собственно говоря, что здесь надо сделать? Надо, так вот берется черпачок. Надо одну руку ополоснуть. Вторую руку ополоснуть. Черпак вот так положить. Ну, а ну, теперь я меняешь руку. Я уже полила две руки. Полила? Все, ложи. Пропить. Все, пить не надо. А губы? Не надо тут губы, идем. Идем. Пошли. Молитвы твои захваживают. Так, вот здесь можно молитву купить.
Вот это молитвы такие. Она показывает ниндзю мне. Так. И что здесь надо сделать? Надо поклониться, значит, бросить монетку, дважды хлопнуть в ладошки и подумать. Так, что? Держи, я сейчас брошу монетку. Сначала поклонись. На, хлопать там. Вот еще я тоже не могу. Вот так вот. Еще домик есть. Что здесь? Ага, здесь входа нет. Можно храм обойти. Интересно сделано. Вот такое святилище. Ну и здесь уже выход на парковку. И вот такие домики японцев. Здесь они живут. Так, надо идти возвращаться. Здесь вот такие статуи стоят. Здесь святилище. Фонарики японские. Так, ну там еще один храм. Что-что? О, японский сырник я еще не кушал. А ну. Где? Похоже же на сырник, правильно? На блинчики. Так цена меня вот пугает. Непонятно, сколько это все стоит. Ну, у тебя же есть волшебная программа. Как? Точно. Ты даже узнаешь, что здесь. Мне хочется сыр. Хотя можно, конечно, попробовать. Нет, что-нибудь. Ну ладно, так, идем сюда. Куда пошел? Ох, вы посмотрите на этого папарацци. Все хочет сфоткать. Опа! О, ребятки, что я нашел? Да. 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 Но нашел я это поздно. Сейчас я уже сел вот это. А, еще и закрыто. Ты? Это тебе будет наказание. Как паломнику. Как паломнику.
Да. Построже с тобой надо. Может, сюда? Мы здесь не были. О, телевизор надо, японский. Ну, кто-то поставил. Забирайте, не жалко. Так вот, тут... Да он голодный, ты посмотри на него. Тут... Ну да, зато там дырненький был возле тех этих, которые ты делал. Бедолага, еще хвост ему рубанули. Вообще звери эти японцы, я не знаю. Как так можно? Хотя, что говорить, вот я ходил голодный, не мог найти себе поесть. А тут кот. Тут, наверное, и мышей нет. Всех съели. О, дровишки. И лучок. Вот тут запасливо так. С лучком не пропадешь. Что-то... Да. Галерея. Так, что у нас здесь? Тоже какой-то магазинчик. Не знаю что. Кеды всякие продают. Цветочки. Зайдем глянем. Так. Что это? Это свечки такие. Какие-то ароматы. Ой, не люблю я только тут запах этих ароматизированных палочек. Стекло такое, палочки опять же вот разные. Форм, расцветок. Вот это что? Вот. Понять бы чай это или не чай. Кстати, вот это чай. Это написано вот так открыть, залить. Интересно, что за чай такой.